Всем привет, с вами Влад 205, и это 15 самых опасных убийц человека. В цивилизованном мире человек победил природу, и животные для него не представляют опасности. Но в развивающихся странах, где человеческие поселения примыкают к джунглям, болотам и саваннам, звери по-прежнему убивают людей, а доступа к лекарствам, противоядиям и антибиотикам нет. Большая часть убийств случается в удаленных уголках планеты, и приведенная статистика приблизительно. Акула – одна из современных символов абсолютного страха. Нападают на людей сравнительно редко и убивают примерно 10 человек в год. В Северной Индии и в Пакистане пожилые и не очень здоровые тигры по-прежнему приходят в деревни и съедают около 80 людей в год. Африканские львы до сих пор нападают и убивают в Кении и Танзании около 100 человек в год. Австралийские медузы убивают около 100 человек в год. Ожог ядом, парализатором вызывает жуткую боль, и если не вытащить жертву на берег, то она легко может утонуть. Слоны – огромные, сильные, умные и очень злопамятные животные. Могут убить человека в одно мгновение. В Индии и Африке от них погибает 150 и более человек в год. Африканские буйволы весят по тонну и очень быстро бегают. Они хорошо организованы и в случае опасности становятся в боевой порядок. На их счету 200 человек в год. По своей природе бегемоты травоядные, но по факту это одни из самых опасных животных Африки. От их страшных клыков гибнут более 500 человек в год. Все виды крокодилов опасны, но самые опасные – гребнистые. Схватив свою жертву, резко переворачиваются, топя и ломая ей спину. От них погибает более 1000 человек в год. Плоские черви убивают 2000 человек в год. Личинки плоских червей попадают в легкие и начинается болезнь цистецеркоз, которая и приводит к летальному исходу. Пресноводные улитки убийцами не являются, а шистосомоз, который они разносят, да. Характеризуется дерматитом, лихорадкой и интоксикацией, умирает более 10 тысяч человек в год. Клопы-триатомы, живущие по соседству с человеком в трущобах, переносят неизлечимую болезнь Шагаса, распространенную в Латинской Америке. От нее ежегодно гибнут более 10 тысяч человек. Муха ЦЦ разносит сонную болезнь. Это очень опасное паразитическое заболевание, лечить которое невероятно трудно. Смертность от трипаносомоза более 10 тысяч человек в год. Собаки могут загрызть, но главную опасность для человека представляет вирус бешенства. Если вовремя не принять меры, смертность 100%. Ежегодно от бешенства умирает около 25 тысяч человек. Ядовитые змеи убивают во всем мире. Не от всех ядов есть противоядие, и не у всех людей есть доступ к этим противоядиям. Более 50 тысяч человек умирает от укусов. Хорошо знакомые нам комары – самые страшные убийцы. Комары переносят три болезни – малярию, лихорадку Денге и вирус Зика. 1 миллион человек в год умирают по вине этих кровососов. Но какими бы опасными ни были животные, они не смогут сравниться с самим человеком. Люди гибнут от рук своих собратьев по неосторожности или невнимательности, погибают в ДТП, лишают себя жизни. Многие болезни, от которых умирают тысячи людей, ничто иное, как последствия человеческой деятельности и образа жизни. Задумайтесь над этим. С вами был Влад 205. Всем пока.